конце в Барселоне. И сейчас на льду появляются россияне Дарья Морозова и Михаил Жирнов после короткого танца, занимающие шестую строчку. Среди технических специалистов присутствует Алла Шеховцова. Среди арбитров есть Юлия Андреева. Ну а возле бортика Ирина Жук, которая вместе со своим супругом Александром Свининым и тренирует Дарью и Михаила. Обошлось, к сожалению, без некоторых сложностей у российских спортсменов. Мне показалось, что было.